Мы приступаем к открытию деловой и творческой программы 17-го международного кинофестиваля «Победили вместе» имени Владимира Меньшова. Слово представляется генеральному секретарю Международного союза неправительственных организаций Ассамблеи народов Евразии Бельянинову Андрею Юрьевичу. Спасибо большое, Дмитрий. Уважаемые друзья, уважаемые коллеги, хочу обратить ваше внимание, что, на мой взгляд, когда здесь у нас слово «деловое», то это подразумевает какой-то бизнес и, в общем, какие-то материальные выгоды. Но основная цель у нас – это духовная культура, гуманитарная наша миссия совместная. Я очень благодарен хозяевам нашего Волгоградского государственного университета, которые сделали все, чтобы фестиваль, который мы сегодня вечером открываем, был успешным. Ну, в общем-то, у меня почему-то нет сомнений на определенное, несмотря на очень волнение большое, которое присутствует среди всех участников оргкомитета и всех, кто готовил вот эту встречу в том числе. Ну, конечно, волнительно. Но хотел бы сказать, что фестиваль уже 17-й, история его очень большая, к счастью. И вот один из основоположников этого проекта, Варя Давыдович Рузин, я так понимаю, что потом присоединился, к сожалению, ушедший Владимир Меньшов, и вот имени его Меньшова, который был последние годы возглавлял жюри этого фестиваля, вот мы сделали вот, имени Меньшова. Всегда там тема была одна – победили вместе, общая память, общее прошлое, ну а главное – общее будущее. Вот нас сейчас, уважаемые хозяева, поводили по небольшому количеству аудитории университета, показали, причем не похвастались, а показали так, как это есть, как оно будет. И видно, что все направлено на то, кто будет учиться в университете, кто придет, кто будет наследовать всем нам. И, в общем, такая неприкрытая и, очень, на мой взгляд, очень-очень правильная забота о нашем будущем. Ну вот, вероятно, и наш этот фестиваль, я надеюсь, что наш, всех тех, кто здесь собрался, как раз направлен на наше будущее. И вот очень хотелось бы, чтобы и победили сильнейшие, и с учетом того, что он международный кинофестиваль, кто смогли, тот при, те приехали. Валерий Давыдович потом расскажет, вероятно, что часть фестиваля прошла все-таки традиционно в Севастополе, потому что все эти годы он проходил в Севастополе, но в силу объективно-субъективных причин, там сейчас транспортная, сейчас какая-то логистика не очень комфортная, и вот мы по рекомендации губернатор Андрей Иванович порекомендовал проводить фестиваль именно в этот день, на день начала контрнаступления под Сталинградом. И, конечно, когда мне Дмитрий Ильич сказал, что сегодня, кстати, мы сидим все в Сталинграде, вот, на один день Волгоград стал Сталинградом. Вот это я гостям говорю, может, кто не знает. И, ну, это так трогательно. Про Царицын потом будем говорить. Царицын – это первоначальное название этого города, хотя история богатейшая, конечно, богатейшая. Ну вот, собственно, вот фестиваль, мы его открываем, рассчитываем на понимание. Ну а главное, наша вот задача, чтобы он был и 18-й, и 19-й, и 20-й, и все было направлено только на то, как наши молодые люди, которые тоже когда-то старятся, станут более зрелыми, может быть, даже пожилыми, чтобы они также думали о том, кто придет после них. Большое спасибо. Спасибо большое, Андрей Юрьевич. Уважаемые коллеги, в настоящий момент кинофестиваль уже начал свою работу, и только в стенах Волгоградского государственного университета уже в трех аудиториях идут просмотры. Но наша программа предусматривает, безусловно, деловую часть, в рамках которой будут подписаны в том числе и соглашения о сотрудничестве. Первое соглашение о сотрудничестве между Российским историческим обществом и Ассамблеей народов Евразии. От Российского исторического общества соглашение подписывает Константин Ильич Могилевский, член Президиума Совета Российского исторического общества, председатель правления Российского исторического общества и исполнительный директор Фонда «История Отечества». От Ассамблеи народов Евразии соглашение подписывает Андрей Юрьевич Бельянинов. Thank you.
Нет, никуда. Спасибо большое. Подписывается соглашение между Ассамблеей народов Евразии и Волгоградским государственным университетом. От Волгоградского государственного университета соглашение подписывает ректор Калинина Алла Эдуардовна, от Ассамблеи народов Евразии Андрей Юрьевич Бельянинов. Уважаемые коллеги, а сейчас хотелось бы предоставить слово президенту Евразийской академии телевидения и радио, заместителю генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии, продюсеру фестиваля, человеку, который вложил немало души в этот фестиваль. Это Рузин Валерий Давыдович. Спасибо, Девятьевич. Во-первых, я хочу сказать о только что подписанных соглашениях. Самое ведь важное то, что работа Ассамблеи народов Евразии с Российским историческим обществом уже давно началась и ведется, и наш сегодняшний фестиваль, мы это видим вот на нашем баннере, да, проходит при поддержке и участии Российского исторического общества, за что мы признательны и благодарны. И впервые у нас на этом 17-м фестивале введен как бы новый конкурс по предложению вот Константина Ильича Могилевского «Россия. История в кадре». Но он получился даже международный, потому что там об истории России есть и работы зарубежных авторов. То есть мы и сегодня, да, я хочу сказать еще о Волгоградском, извините, о Волгоградском государственном университете, невозможно было бы провести фестиваль без вот, поддержки, без участия, без сотрудничества с Волгоградским государственным университетом. Мы проводим здесь и этот круглый стол, и три площадки творческих конкурсов проходят здесь, и активное участие университета, ну, во всех сторонах как бы, деятельности фестиваля, деловой, творческой стороне. Спасибо вам большое, Алла Эдуардовна. И, конечно, то, что делает университет в направлении, в теме исторической памяти, это просто настолько, мне кажется, интересно, важно и нужно, что мы договорились с вами, с
Волгоградским государственным университетом, с Российским историческим обществом. И здесь присутствует также руководитель национального медиа-альянса, национального... Господи, боже мой. Игорь Владимирович, как? Да, Альянс Медиа, да, руководитель Игорь Владимирович Городничий, и который создал, уже сегодня мы вместе с Ассамблеей народов Евразии и Медиа-Альянс, Господи, боже мой, да, уже проводим работу, создали фактически прототип медиаплатформы исторической памяти. И подготовили в развитие этой работы меморандум о создании, мы здесь сегодня, в Волгограде, Сталинграде, в день, когда 80 лет началось контрнаступление советских войск, значит, в Сталинградской битве, это день победы, и мы закрепляем этот день соглашением, подписанием меморандума о создании Международной ассоциации потомков участников Сталинградской битвы. Я прошу дать папки для подписания. Значит, так. Валерия Давыдовича, Алла Эдуардовна. Алла Эдуардовна. Константин Ильич, Андрей Юрьевич и Игорь Владимирович. Я просто сейчас зачитаю. Меморандум о создании Международной ассоциации потомков участников разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Мощные соглашения, меморандумы. Сюда вы прочитали, да? Да, конечно. Сегодня, да, сегодня на церемонии открытия мы можем заявить с полным правом о том, что состоялось это подписание и положено начало. И главное, что здесь, в университете, есть активная, значит, рабочая группа, которая реально будет заниматься созданием и работой ассоциации. Спасибо. Валерий Давыдович, чуть поподробнее, все-таки цель создания вот этого общественного объединения, оно... Это не самоцель, а, мне кажется, с далеко идущими последствиями. Ну, в очень хорошем смысле. Да, будьте есть добры. Еще ведь аналогии, да? Да. Конечно. Мы, Ассамблея народов Евразии, по исторической памяти ведет работу уже давно. И у нас есть уже опыт создания
ассоциации потомков Панфиловской дивизии, которая уже ведет работу не первый год, где собран усилиями историков и исследователей материал практически уже 98% первого кадрового состава дивизии, из первый кадровый состав около 12 тысяч человек составлял. И вот Альянс Медиа, Игорь Владимирович Городничий, значит, создали мы медиаплатформу, где начали заноситься сведения о всех этих бойцах и командирах дивизии. То есть тот, как бы, лозунг наш «Вспомним всех поименно», он реально реализуется на этой медиаплатформе, где поротно, побатальонно будет представлен весь кадровый состав дивизии. Но важно ведь что? Что когда 17 ноября прошлого года в Волоколамске мы проводили конференцию вот, Ассоциации потомков, то приехавшие на эту конференцию из Казахстана дочка одного из 28 героев панфиловцев, старшего сержанта Гаврилы Митина, ну, ей 82 года, она приехала со своей дочкой, которой тоже 60 лет. И вот эта внучка героя, она, выступая, сказала: «А у меня своих 13 внуков и правнуков, и они хотят знать и работать с нами и в нашей ассоциации и с другими молодыми». И вот задача Ассоциации потомков – это, конечно, передать и сбор материалов, и создание полного списка. Здесь вот в музее курсантских полков, но мы, участники круглого стола, будут иметь возможность познакомиться. Ведется колоссальная работа по сбору материалов об истории, о людях, которые сражались здесь, под Сталинградом. И вот как бы это наша задача этой ассоциации. Все-таки это вовлечение молодых поколений, потомков тех героев, которые сражались сегодня, это внуки и правнуки, ну, иногда и дети. Мой отец сражался под Сталинградом, был здесь ранен, так что иногда это и прямые потомки. Но все-таки я хочу, чтобы мои внуки, их пятеро, вот тоже принимали участие в работе этой ассоциации. Спасибо. Спасибо большое, уважаемый Валерий Давыдович. Конечно. На большую кнопочку. Ой, извините. Шпунов Игорь Александрович, департамент сохранения исторической памяти Ассамблеи. Я хочу добавить только один элемент, почему исключительно важно именно создание этой вот ассоциации потомков именно Сталинградской вот битвы, которые вот били фашистов, и почему сегодня единственный город, который присутствует на территории Евразии, запечатленное чье имя в площадях, улицах, это Сталинград. Сегодня ассоциация это является тем, если хотите, базой, вот именно не просто голоса, может быть, народа, а вот той исторической памяти, которая должна сохраняться, и потомки, которые вот они ездят, так сказать, по разным странам, ну, я знаю на примере Франции хорошо, насколько важен этот проект, в том числе, кстати, и внутри для самих французов, которые понимают все правильно про историю. Поэтому здесь есть очень важный международный аспект. Это вот, мне кажется, самая главная перспектива, которая должна быть. Потому что рано или поздно вот, правда восторжествует. И вот им придется познать правду. Вот, вот у меня все. Я, Дмитрий Ильич, узурпирую свое право сидящего во главе стола. Вот, обращаю ваше внимание, некий символизм. Вот 18 числа вчера в городе Волоколамске отмечалась, вот, ну, была годовщина подвига панфиловцев. Мы сейчас вот там, где курсанты, да, значит, в Волоколамском районе есть Черная гора. Даже немногие жители знают, почему она так называется.
1941 году погибло 6 бригад морской пехоты. Она стала черной. И теперь по поводу войны. Ведь когда мы говорим о Великой Отечественной войне, война была Вторая мировая. Тут тоже может происходить подмена понятий, все равно воевала, весь мир воевал так или иначе. Я недавно был в Индии, они, так, может быть, не столь громко, они говорят: послушайте, мы тоже воевали. 500 тысяч граждан Индийской республики погибли во время Второй мировой войны. Китайцы говорят: несправедливо, время начала Второй мировой войны отсчитывается с 1 сентября 1939 года. Это неправильно. Квантунская армия вторглась на территорию континентального Китая гораздо раньше, чем 1939 год. Восстановить историческую справедливость. И таких вопросов, таких пятен в истории достаточно много. Причем то, что я сказал, достаточно глобально. Почему мы... Собственно, ответа на это нет. Потому. Но почему мы не думаем о наших союзниках, которые были нашими союзниками? Почему мы не дружим с ними? Почему наши инициативы полезные для нас? Почему они не могут полезными быть для них? Они пусть сами решают. Может быть, вот эта вот Сталинградская инициатива, тем более, что сегодня город Сталинград, может быть, она и будет такой всеобъемлющей. Помню, еще мальчишка смотрел какой-то репортаж из Парижа. Там есть плац де Сталинград, да, как-то вот так? Да. Парижан спрашивают: а что это такое? Ну, по-моему, 99% понятия не имеют, что такое Сталинград, Сталинградская битва и так далее, и так далее. Конечно, потому что, когда сейчас начинаешь чуть глубже смотреть, вот наш праздник Победы, праздник не для всей Европы, это мягко сказано, потому что воевали с Советским Союзом все, и французы воевали. Сколько дивизий французских было, в том числе и на Сталинградском фронте. Но не надо никого бичевать, но об этом надо спокойно говорить. И вот когда мы говорим о памяти, о какой-то справедливости, ну, желательно об объективной справедливости, эти факторы, они, ну, их, давайте изучать. Вот мы сегодня были в замечательной библиотеке русской словесности, русской истории. Но никогда не было так, чтобы русская история существовала автономно. Мы всегда жили в мире, имеется в виду в ладу или там, в некотором не ладу, со всем миром, дружили, может быть, о чем-то спорили, иногда воевали, но иначе наша страна не была бы столь великой. Друзей надо знать, надо любить, надо уважать. И историю, и память о них, к этому, вероятно, относиться, ну, столь же усердно, что вот мы пытаемся делать, и, надеюсь, делаем вот в этом формате достаточно правильно. Очень хорошо, что нас сейчас слышат молодые люди, которые, может быть, и смогут заинтересоваться вот такого рода фактами. А французы, может, даже узнают, почему у них площадь Сталинграда, площадь Сталинграда. Некоторые французы считают, что это связано с наполеоновскими войнами. Просто так говорю. Спасибо большое, Андрей Юрьевич. Спасибо большое, коллеги. Дорогие друзья, в адрес фестиваля поступило немало приветственных слов. Это вот тот замечательный... руководитель ассоциации потомков Панфиловцев. Да, и она сделала то, что до нее не делал никто. Это она, извините, я все-таки маленький анонс. Первые 10,5 тысяч, да, начальный состав Панфиловской дивизии, вот ваши наблюдатели, вот это ваших помощников установлены, и обладаете недюжинным даром убеждения, и вот, вот мы все ваши поклонники, ваши друзья. Андрей Юрьевич, большое спасибо. Все-таки несколько слов я хотела бы сказать. Извините за опоздание, мы там были, смотрели фильм. Меня представили, написав 3 книги о Панфиловцах с 2011 года, поработав, естественно, во всех архивах, возможных архивах, где они были,
оказалось огромное количество материалов, ну, не использованных в книге, само собой. И, конечно, поэтому я обратилась в Ассамблею народов Евразии, где я являюсь членом, и я являюсь академиком Евразийской академии телевидения и радио, и поэтому мы все вместе вступили в Ассамблею. И обратилась с такой просьбой, что я хочу назвать всех поименно. Если поисковики, полевики поднимают останки и сейчас уже даже берут ДНК, то есть рано или поздно можно будет восстановить людей таким образом, но мы никогда не называли всех поименно бойцов и командиров. У нас сейчас, благодаря спискам, полученным в Подольском архиве, около 14 тысяч бойцов и командиров 1941-1942 года. По моим данным, за годы войны 1941-1945 года, военные годы, в Панфиловской дивизии побывало, ну, примерно были около 30 тысяч солдат и офицеров. И назвать их всех, вот это наша задача, это первое. На сегодняшний день, благодаря Ассамблее народов Евразии, Валерий Давыдович проводит форумы, на которых в большинстве своем я участвовала, мы рассказываем о своем опыте, создали Международную ассоциацию панфиловцев, потомков панфиловцев и их друзей. У нас сейчас представители 12 стран, ну, кроме наших стран общих, я назову и Вьетнам, и Австралию, и Кубу, и Канаду, и США, то есть это тот континент. Понятное дело, в наших странах, везде бывших постсоветских, везде есть потомки, и больше всего в Казахстане и в России на сегодняшний день откликнулись, это, естественно, не все. И благодаря, вот Валерий Давыдович уже говорил, мы уже два форума провели только по панфиловцам. И потомки сейчас вступают и ждут очередного форума, Валерий Давыдович. Это я вам говорю. Почему? Потому что делимся опытом, рассказываем и передаем информацию по Казахстану. По Казахстану 207-палатинская дивизия уже собирает, Павлодарская, Петропавловская, Актюбинская, Акмолинская и забыла еще какую дивизию. Это первая дивизия, созданная в июле 41 года, и это первая дивизия, созданная в Казахстане. Раньше вот эти три недели войны шли маршевые роты в Россию, и там уже дивизии создавались. Интерес огромный, и знаете почему? Назвать всех поименно, тогда мы будем знать всех бойцов и командиров. Никогда не было. А когда мы столкнулись с самой известной дивизией, панфиловской, я ее называю неизвестную, то больше 40% нигде не значится. То есть мы ищем их и потом в различные каталоги вносим, да, и в книги памяти. Поэтому мы в активной переписке со всеми местами боев, где они воевали. И я так думаю, 1941-1942 год по всем дивизиям – это такая картина. Затем уже, конечно, дела были более-менее приведены в порядок. Спасибо. Это первое. И заканчивая. Поэтому, и когда мы создали «Назвать всех по имени», то мы решили создать ассоциацию. Спасибо. Спасибо большое. Уважаемые коллеги. Дмитрий Юрьевич, ради бога, извините, просто пошел поток сознания. Вот мы сейчас находимся в университете. Нам показали вот, то, что касается робототехники, IT и так далее. Обращаясь к молодым людям, учащимся здесь, или которые будут, может быть, здесь учиться, может быть, вот так вот по крохам мы будем собирать очень-очень долго. Я не уверен, что в условиях вот современного, такого динамично развивающегося мира это
продуктивно. Давайте подумаем, может быть, создадим какие-нибудь новые поисковики, которые позволят общаться не только вот в формате русскоязычной аудитории, и, может быть, за пределы. Просто вот, конечно, за это, наверное, денег не заплатят. Но слава и благодарность людская будет безмерна, мне кажется. И, а может быть, это потом будет иметь какой-то прикладной характер. В принципе, если говорить цинично, это огромная база данных. Она, правда, находится в том состоянии, в котором надо приводить ее в порядок, собственно, чем занят вот, уважаемый Лейла Ахметова, наш профессор, и вот все мы, кто этим сейчас занимается. Это может быть такое пожелание, но я думаю, что дело такое богоугодное, да? Спасибо. Спасибо, Андрей Юрьевич. Действительно, очень ценное предложение. Коллеги, в адрес фестиваля пришло и приходит немало приветственных слов. Но поскольку деловая и творческая часть открывается в стенах учебного заведения Волгоградского государственного университета, мы посчитали целесообразным приветственные слова начать со слов нашего учредителя, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, и предлагаем вам видеообращение к участникам фестиваля, статс-секретарям, заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации Петра Александровича Кучеренко. Дорогие друзья, от лица Министерства науки и высшего образования Российской Федерации рад приветствовать участников Международного кинофестиваля «Победили вместе» имени Владимира Меньшова. В преддверии 80-летия победы в Сталинградской битве особенно важным является знание достоверных фактов о мировой истории, истории своей большой и малой родины. Именно это позволяет оказывать противодействие попыткам искажения истины и подмены информации о ходе Великой Отечественной войны в угоду чужих интересов и фальсификации истории. Победа ковалась советским народом благодаря его стойкости, силе духа и вере в правду. Организатором кинофестиваля выступает Ассамблея народов Евразии. Соорганизатором является Волгоградский государственный университет, потому что именно в высших учебных заведениях создаются условия для самоопределения и социализации обучающихся на основе духовно-нравственных ценностей, правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. Именно в университетах формируется чувство патриотизма, гражданственность, уважение к памяти защитников Отечества, бережное отношение к культурному наследию и традициям многонациональной страны. Отрадно, что сегодня Ассамблея народов Евразии и Волгоградский госуниверситет подписывают соглашение о сотрудничестве и взаимной работе в рамках создаваемой медиаплатформы по сохранению исторической памяти. Благодарю организаторов и участников за неравнодушие и бережное отношение к сохранению исторической правды и желаю успехов во всех начинаниях. Добрый путь. Андрей Юрьевич, ваше приветственное слово или уже? Я молчал сегодня целый день, извините, поэтому... Не хотел быть столь назойливым. Мне кажется, мне удалось высказать практически все, что вот, ну, на старте нашего фестиваля. Хотел бы, чтобы пожелаем самого большого успеха всем участникам кинофестиваля. И Валерий Давыдович с некоторым удивлением сказал, даже международный получился. Международный кинофестиваль, который, в общем-то, служит тому, о чем мы сейчас с вами говорим. Ну и... Сколько у нас номинантов, Валерий Давыдович? У нас 150 картин, из них 100 отечественных, 50 зарубежных. Ну, мне кажется, если они уже дошли до стадии финального показа, они все победители. А кто победил больше, кто победил меньше, пусть решает справедливое жюри. Так что с Богом, все у нас будет хорошо. Спасибо, Андрей Юрьевич. Слово для приветствия предоставляется председателю Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Зорину Владимиру Юрьевичу. Спасибо большое за предоставленное слово, за приглашение, уважаемые коллеги. Но я хотел бы начать сегодняшнее выступление с поздравления. Сегодня день преподавателя высшей школы. Давайте поздравим. Через день, где мы находимся.
И, наверное, это знаменательно, что сегодня здесь мы собрались на такое важное мероприятие, важное событие, которое посвящено началу операции по завершению главного сражения Второй мировой войны, Великой Отечественной войны этого года и вообще очень выдающемуся факту. Я хотел привести один пример. Вот здесь Валерий Давыдович провел личную связь между тем, что мы делаем, какие решения принимаем, и личными аспектами. Я считаю, что это очень важное направление, потому что это именно народная гражданская инициатива. Как представитель одного из институтов гражданского общества, Общественной палаты, я приветствую это, и я думаю, что и мой коллега Светлана Юрьевна Казаченок, она заместитель председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив, заместитель председателя Общественной палаты Волгоградской области, конечно, всячески поддерживаем. Я думаю, что это новая страничка в деятельности фестиваля, что вот именно Общественная палата, ну, я-то в личном качестве участвовал, вот именно Общественная палата здесь участвует. Я вспомнил одну историю. Мы когда смотрели выставку книг, я обратил внимание гостей, что там была книга, которая была подготовлена Институтом этнологии, антропологии Российской академии наук. Их там несколько, но я обратил внимание на книгу «Русские». И вспомнил, что Институт этнологии и антропологии в свое время создал метод восстановления образа человека по, значит, остаткам его там, черепа, костей и так далее. И Герасимов, создатель этого учения, участвовал в том, что они вскрыли могилу Тимура. Это было сделано в ночь с 21 на 22 июня. Сейчас, может быть, вы это не знаете, да, к чему я... Нет, не это, а к чему я вспомнил эту историю. Они вскрыли эту могилу. Есть легенда или правда, мне это рассказывал оператор, который был на съемках и снимал это событие. И я потом разговаривал с работниками Академии наук. Я работал долго в Узбекистане, меня интересовала эта история. И есть легенда, что перед тем, как они вскрывали, они там пошли в старый город, академики, они, значит, кушали. И к ним подошли старики и сказали: не открывайте, потому что если вы откроете, будет большая беда на весь мир. И показали какую-то книгу. Ну, там же были все тогда атеисты, все были закаленные люди в этих битвах. Ну, им как бы сказали: спасибо вам большое, но ни книга нам не нужна, ничего. А потом разгорелась дискуссия, и президент Академии наук тогда, он говорит: а вообще мы же ученые, мы же неправильно поступили, надо было хоть на эту книгу посмотреть. И побежали уже за этими старцами, их было трое, но они растворились, и их уже никто не увидел. Дальше Усман Юсупов, он тогда был, значит, генеральным, ну, это первым секретарем Узбекистана, значит, ЦК, он, когда началась война на следующий день, он был очень озабочен тем, что он не согласовал эту инициативу с Сталиным. И почувствовал такое большое беспокойство, что он будет наказан, потому что тут такие все события, а он как бы самовольство проявил. Уехало, значит, все останки уехали в соответствующее место, в лабораторию в Москве, с ними уже работали в этот момент. И тут есть легенда или не легенда, но в октябре месяце 41-го года было обнесение иконы вокруг Москвы, да? И народ как-то воодушевился и считал, что это, значит, что это очень, значит, важное событие. Усман Юсупов узнал об этом, и его все время мучила мысль, что он не доложил. И он, наконец, решился доложить. Он прибыл в
Кремль, там, видимо, вызов был, явился к товарищу Сталину. И в конце, значит, беседы он ему говорит: Иосиф Виссарионович, я вам должен доложить, вот такое случилось. Иосиф Виссарионович задумался, ну, как говорят, что походил по кабинету. Это как мне рассказывали, я говорю, я тут не отвечаю как бы за сказанное, но сам миф восхитителен. Остановился и говорит: тогда я понимаю, чтобы нам закончить войну и победить, надо вернуть великого полководца на его место. Война, фронт, битва здесь. А это был момент битвы под Сталинградом. Он говорит: отвезите, пожалуйста, верните. Дал указание, самолет, все, доставили, положили на место. Утром фронты сомкнулись, кольцо закрылось, и была одержана Сталинградская победа. Вот о правде истории, о правде мифа, о правде, вот, которая есть, я это рассказываю еще раз, как бы это ни было, но это народная молва, и она связывает два наших народа, участвующие в Великой Отечественной войне, это Узбекистан, узбеки, это Россия, многонациональная Россия, русские, и это в народе живет, и народ всегда как-то ставит нашу вот историю, несмотря на ее там многообразие, нынешней ситуации, но никогда не забывает, что мы вместе, что мы вместе преодолеваем трудности. Я поздравляю от имени Общественной палаты, я думаю, что Светлана Юрьевна тоже рядом или что-то сама скажет еще. Вот я поздравляю с этим важным событием, с этой датой, одной из самых светлых, сакральных дат в истории нашей страны. И у меня тоже отчим участвовал здесь и получил звезду, не героя, а как это называлось, Красной Звезды. Он ее получил за подвиг, совершенный на тракторном заводе, в бое у трубы тракторного завода, где он взял 7 пленных немцев. Так что спасибо. Спасибо большое, уважаемый Владимир Юрьевич. Действительно, очень интересный рассказ. Вы напомнили, что сегодня день преподавателя высшей школы. Да, это действительно так. И с удовольствием предоставляю слово хозяйке мероприятия, ректору Волгоградского государственного университета Калининой Алле Эдуардовне. Спасибо, Дмитрий Юрьевич. Уважаемые коллеги, ну мы, безусловно, рады вас приветствовать сегодня в Волгоградском государственном университете. Я благодарю и Андрея Юрьевича, и Валерия Давыдовича. Я благодарю Общественную палату Российской Федерации казачонок Людмилу Юрьевну, Зорину Владимира Юрьевича за совместное проведение сегодняшней деловой программы. И, на мой взгляд, не случайно, наверное, Валерий Давыдович пришел в университет, потому что и дата памятная, 19 ноября, вот все говорят о том, что в этот день началось контрнаступление, и напомню, это была операция «Уран», да, и у нас в Центре военной истории есть отдельное исследование, посвященное этой операции, с разных сторон исследователи к этому подходили. Но еще, наверное, не случайно потому, что Волгоградский государственный университет – это, для гостей скажу, последний университет, который был образован при Советском Союзе, поэтому вот тот кампус, который вы увидите сегодня музей, он не был реализован в полном объеме, но тем не менее мы сегодня находимся, наверное, в таком прекрасном белом мраморном здании, которое является своеобразным символом и памятником воинам, курсантам, которые защищали вторую по значимости высоту города Сталинграда. Это высота Лысая гора. И до сих пор могу сказать, что вот буквально в октябре студенты сажали ботанический сад, вот он виден здесь будет, и вывели какие-то дубы, новые там породы. И до сих пор доставали мы вот эти вот хвостики от снарядов и передали в наш музей. И должна отметить, что человек, который был инициатором и образовал, благодаря кому был образован университет, это Максим Матвеевич Загорулько, первый ректор университета. Он прошел всю Сталинградскую битву, прошел всю Великую Отечественную войну, был ветераном Великой Отечественной войны и затем основал вот этот, но тем не менее университет. Тем не менее он еще был
организатором поискового движения очень мощного. Благодаря ему вокруг него сплотились вот те преподаватели и молодые начинающие первые студенты первого набора, которые проводили очень большую поисковую работу, благодаря, собственно, которым и появился вот этот уникальный музей курсантских полков, в который мы вас сегодня приглашаем на экскурсию в обед после кофе. Вы посмотрите, какие уникальные фактологические материалы там собраны, и мы свято и бережно храним ту память, которая и те фактические данные, которые собраны нами же, нашими студентами, нашими преподавателями, нашими учеными. Это, на мой взгляд, очень важно. И, конечно, благодаря Максиму Матвеевичу, он стал инициатором, на мой взгляд, значимых таких начинаний в деле воспитания студентов вот именно в духе патриотизма и развития их социальной активности, потому что вот именно активными действиями и можно воспитывать, наверное, такого действенного гражданина и участника процессов преобразования нашего Отечества. Только делами, а не словами, наверное, на мой взгляд. Ну и конечно, я хотела бы отметить, что в университете, для тех, кто не был в университете, у нас более 200 направлений подготовки. Мы охватываем все ступени образования, начиная от среднего профессионального, высшего образования, подготовки научных кадров в аспирантуре и в докторантуре. И по областям знаний, кроме здравоохранения, образовательные программы университета охватывают все области знаний. Я с гордостью могу сказать, что в настоящий момент 33% обучающихся – это студенты IT-направлений. И это, наверное, позволяет нам вместе со студентами разрабатывать ряд уникальных проектов, которые идут прикладных, я имею в виду не фундаментальных, а прикладных, естественно, которые идут на стыке наук. Вот так, например, у нас объединилась и создана уникальная группа, в которую вошли программисты, историки и туристы. Что они делают? Был выигран соответствующий грант, и так многие думали, что ну как соединить-то несоединяемое. А на самом деле получается просто уникальные продукты. Сегодня вам о них расскажут. Программисты делают 3D-модели оцифрованных архивах Царицына, Сталинграда, а туристы, закуплено VR-оборудование, VR-очки, а туристы прокладывают новые экскурсионные маршруты. Поэтому мы таким образом мы фактически преподносим историю в новой форме ее, которая бы могла заинтересовать подрастающее поколение. То есть можно посмотреть, какой был объект при Царицыне, какой был объект во время Великой Отечественной войны и что сейчас, да, и как говорится, все знания получились востребованы. Ну и, конечно, с момента фактически основания, ну, в данном случае с 83 года, в университете функционирует научно-образовательный центр, центр коллективного пользования «Военная история России». И фактически формируется такой единый реестр электронных и печатных изданий монографического и энциклопедического характера, которые посвящены военной истории России, Сталинградской битвы. Часть вот изданий была представлена сейчас вот в музее «Русский мир», часть находится у нас в библиотеке, но это уникальные по своему роду издания, которые позволяют закрепить тот фактологический материал, над которыми работает большая группа ученых и студентов. По поводу вот, активной гражданской позиции, мы в своей деятельности исходим из того принципа, который я озвучила. Активный – это когда есть действо. Поэтому наши студенты, они участие принимают, причем инициативно, в массе проектов. Их никто никуда не заставляет идти. Они делают это, наверное, сами, вот, попадая в среду университета. Вот, например, совсем недавно они принимали участие в реализации федерального проекта «Без срока давности». И сами собрали и создали патриотический клуб «Я горжусь», который задействован буквально во всех мероприятиях на территории области. Вот на Лысой горе, на которой находится университет, находится памятник воинам, погибшим при защите этой Лысой горы. Они взяли сами, никто не просил, никто туда их не посылает по разнообразию.
нарядки, сами взяли шефство над этим памятником, то есть постоянно, и происходит и уборка мусора, и возложение цветов, и разные другие акции. И, на мой взгляд, вот, наверное, это самый большой показатель, это их желание участвовать в такого рода проектах. Ну и еще могу сказать, что с 2020 года в университете ежегодно проходит акция иностранных студентов. У нас более 500 на сей момент иностранных студентов. Они вышли с предложением проводить такую акцию, которая называется «Мы помним». И в рамках и Института международного образования, и в рамках Центра общественной дипломатии проведен ряд мероприятий, с которыми сегодня вас тоже познакомит Елена Федоровна, директор Центра общественной дипломатии, она здесь присутствует. Ну, например, образовательный проект «Молодежь и память о войне». Потом, например, студент из Чехии, который обучается у нас в университете, выступил с инициативным проектом, который он сам разработал с помощью преподавателей, естественно, при их наставничестве, и назвал «Мемориальный парк «Курсантский рубеж» для конкурса «Моя страна, моя Россия». Он стал лауреатом этого конкурса, что, конечно, не может не радовать. И я должна сказать, что большую работу в области активностей, скажем, студенческой среды ведет волонтерский центр «Волгу Прорыв». Мы были в числе 5 вузов, когда история волонтерства в России только-только начинала обороты. И многие как-то скептически относились, потому что воспринимали это как, скажем так, дополнительная какая-то нагрузка такая. И тем не менее, вот тогда 5 вузов выиграли этот конкурс, и мы создали в университете волонтерский центр. И, наверное, не знаю, некоторые говорят, иногда накаркали, а на самом деле это, наверное, научное предвидение, да, и такое здравое прогнозирование. Сейчас, на сей момент, волонтерский центр университета является центром мобильности волонтеров Южного федерального округа, то есть такой статус он получил, и реализует практически все виды волонтерства, начиная от патриотического волонтерства и заканчивая даже здравоохранением. Вот, например, наш иностранный студент был награжден грамотой президента Российской Федерации за помощь в период пандемии. И тоже никто не принуждает, они сами приходят, сами собираются в волонтерском центре и реализуют различные проекты. В 2015 году волонтерский центр «Прорыв» стал волонтерским корпусом 70-летия Победы в Волгоградской области. И, наверное, отсюда дальше сформировано было региональное представительство Всероссийского движения «Волонтеры Победы». И в этом году тоже волонтеры наши были среди соорганизаторов парада Победы 9 мая в Москве, который проходил. И, конечно, на базе волонтерского центра в 2022 году мы открыли территориальный пункт сбора гуманитарной помощи «Мы вместе», и он является таким территориальным, то есть двери университета открыты для всех желающих оказать гуманитарную помощь для ДНР и ЛНР. Ну и хотелось бы отметить, что опять-таки активности студентов только нужно, на мой взгляд, вовремя поддерживать, помогать и направлять где-то, может быть, консультировать. Вот в этом году студенческое научное общество Волгоградского государственного университета подали грант и выиграли 2 гранта самых крупных Министерства науки и высшего образования. И один из этих проектов назывался «Сталинградские высоты». И в прошлой неделе мы принимали 250 студентов со всех регионов России, в том числе иностранных студентов, которые приехали сюда. И очень интересная форма получилась. Это научный, но форум, то есть не научная конференция и не форум, да, а вот такая смесь разного рода мероприятий, образовательной направленности, просветительского характера. И в том числе, вот на слайде вы можете видеть ребят, которые посетили университет, конечно, мы организовали для них обширную экскурсионную программу, потому что действительно город-герой Волгоград – это город-мемориал, и наша задача, я считаю, как можно больше на молодежи с других регионов познакомить с вот этим историческим наследием, с этими фактами, чтобы каждый знал, что площадь Сталинграда – это площадь города, где проходили кровопролитные бои, где был произведен вот этот коренной перелом и Великой Отечественной, и Второй мировой войны. И, конечно, мне хотелось бы отметить, что я благодарю еще раз Андрея Юрьевича, Ассамблею народов Евразии, а также
Валерия Давыдовича за тот уникальное предложение поучаствовать совместно в проекте мультимедийной платформы. Вот когда вы сегодня будете, вот представлен на слайде музей наших курсантских полков, когда вы будете на экскурсии, вы посмотрите, какие фактологические материалы созданы, и мне кажется, они достойны быть представлены на этой мультимедийной платформе. И равно как и те, вот посмотрите, пожалуйста, на экран, те монографические, энциклопедические данные, которые мы имеем и которые в течение 40 лет формируются коллективами наших ученых. Ну, на самом деле, я могу про университет долго рассказывать, поэтому благодарю вас за терпение и внимание, и рады видеть вас у нас, в том числе в течение всех дней, когда будут просмотры, мы готовы оказать любую посильную помощь. Благодарю вас, спасибо. Спасибо большое, Алла Эдуардовна. Слово предоставляется академику Российской академии художеств, скульптору Суровцеву Владимиру Александровичу. Автору памятника, который установлен в городе Волгограде, памятник маршалу Рокоссовскому. Уважаемые друзья, я постараюсь очень кратенько, но пока я говорю, мне хочется, чтобы мы все в руках подержали эту медаль за оборону Сталинграда, это медаль моего отца. И, Валерий Давидович, очень я вам благодарен, что вы инициировали вот это вот общество потомков, да, участников Сталинградской битвы, так что я вот один из первых, кто вступает в это общество. Я прошу, чтобы каждый из нас приобщился, подержал в руках. Отец мой здесь воевал, 38-я гвардейская стрелковая дивизия. Ну, а я вместе с сыном мы сделали памятник Константину Константиновичу Рокоссовскому. Благодаря поддержке Российского военно-исторического общества Владимира Ростиславовича Мединского, о чем есть соответствующая табличка, и нашего министра Мантурова. Но открывал полковник нашей армии Силин, это племянник Константина Константиновича Рокоссовского. Я с семьей Рокоссовских дружу, так сказать, много-много лет. Ну и хочу сказать, что ни слово, то связано, естественно, с нашей замечательной историей. Вспоминали сегодня панфиловцев, а мой учитель, скульптор Постол, один из авторов памятника панфиловцам. Ну и говорили о Бресте. Мой отец воевал под Курском и Брестом, и под Брестом вызвал огонь на себя и получил, остался жив, слава Богу, орден славы. Ну и, так сказать, способствовал успеху операции. То есть в каждой семье у нас вот такая реальная связь поколений. И я рад, что вот мои и дети, и внуки, они в творчестве, и наше творчество, оно тоже принадлежит России на сегодняшний день. В 20 странах мира стоят композиции, посвященные нашим славным героям. И я очень благодарен вот моему другу Игорь Александровичу, мы более 35 лет знаем друг друга. В Париже установлены три композиции, которые открывал Владимир Владимирович Путин русскому экспедиционному корпусу, партизанам на кладбище Пер-Ла-Шез и летчикам полка Нормандии Нева. Ну и в завершении мне хочется еще сказать, мы сегодня вспоминали о педагогах высшей школы, но сегодня, 19 числа, еще день артиллерии. Вот. Это тоже большой праздник, и вечером будет хороший салют. Ну и у меня есть личное к этому хорошее отношение. Моей дочке сегодня день рождения. Да, вот. Она взрослая. Вот. И еще раз поздравляю, естественно, всех тех, кто причастен к творчеству любому, к писательскому, к актерскому. Ну и, конечно, поскольку мы все-таки на кинофестивале, вот этот, можно сказать, день кино. И Владимир Машков – это тоже наша гордость. А я в прошлом году, видите, хожу по уставу 18 века. Я играл роль Суворова у Светланы Сергеевны Дружининой в «Гардемаринах» вместе с Димой Харатьяном, Масленниковым, Добронравовым, а Дима Харатьян Машкова считает своим ближайшим учителем. Видите, как все у нас кольцуется, все у нас в единой такой замечательной цепи. Спасибо большое всем и благодарю за приглашение принять участие. Надеюсь, что мы вместе действительно можем передать эту эстафету последующему поколению, что невероятно важно. И искренне благодарны университету. Спасибо. Спасибо большое, Владимир Александрович. Маленькая деталь. Владимир Александрович играл Суворова без грима. Серьезно.
много праздников сегодня, да, как вы и сказали, но у нас деловая программа. Слово приветствия предоставляется научному руководителю экспертно-аналитического центра «Научно-образовательная политика», ведущему эксперту Института образования научно-исследовательского университета Высшая школа экономики Жонову Евгению Станиславовичу. Спасибо большое. Я хочу сказать слова благодарности Алле Эдуардовне и Андрею Юрьевичу за, и всем организаторам за такую встречу. Она в моем сердце очень тепло отзывается всеми тремя составляющими. Это и то, что мы встречаемся в университете, и то, что есть кинематографическая составляющая такая серьезная. Мне довелось расти в кинематографической семье. Папин дядя Георгий Степанович Жонов, который много образов в советском кинематографе героически воплотил. И хотел бы сказать, что очень часто университеты воспринимаются сегодня как драйверы. Это слово часто звучит перед каждым ректором. Алла Эдуардовна это знает понаслышке. Стоят задачи со всех сторон, и от Миноборнауки, и от губернатора, и от разных государственных команд, президентской платформы «Россия – страна возможностей», от уважаемых партнеров. Университет часто сегодня олицетворяется, и это действительно так, и это очень здорово, как площадка роста города, региона, всей нашей страны. В университете наука, в университете образования, но в университете есть и третья миссия, которая все больше и больше сегодня приобретает важность, так называемая социальная миссия. И очень здорово, что университет все больше становится площадкой сохранения исторической памяти. Вот мне кажется, что это очень важный момент, и важно донести до наших студентов всеми силами, через лекции, через работу с уважаемыми партнерами, через создание таких проектов, про которые мы говорим, в том числе через кинематограф, максимально в программу развития университета, в тот самый драйв, который идет вперед, наверх, внести очень прочно вот этот элемент, что университет – это не только про драйв и вперед, это и про сохранение ценностей. Алла Эдуардовна, спасибо большое. У вас на самом деле великая миссия, то, что вы за одним круглым столом собрали такое количество не просто содержательных, но, знаете, вот есть люди, которые, у которых есть миссия. Мне тоже большое счастье быть воспитанным. Я поздний ребенок семьи, у меня папа рос в самом центре Курской дуги и пятилетним мальчишкой воровал пистолеты у фашистов. И фактически то, о чем мы говорим, это и близкая история моей семьи тоже. Вот мне кажется, мы точно победим, эта фраза звучит сегодня очень много и будет чаще звучать, если сможем выстроить такие линии содержательные. Вот вы сказали о деловой программе. Мне кажется, что для нас с вами, для сегодняшней встречи, деловая программа – это постараться для молодежи, для студентов передать вот это так, чтобы и они чувствовали, что мы победили вместе. Спасибо. Спасибо большое, Евгений Станиславович. Уважаемые коллеги, вот на этом первая часть нашей программы завершена. Мы переходим к круглому столу «Историко-культурное наследие и кинематограф. Сталинградские высоты». Модераторами выступают Евгений Станиславович и Светлана Юрьевна Казаченок, заместитель председателя Комитета Общественной палаты Российской Федерации, заместитель председателя Комитета Палаты, заместитель председателя всей общественной палаты Волгоградской области. Но самое важное, мне кажется, что это профессор Волгоградского государственного университета. Ориентировочно где-то в час, ну, как модераторы посчитают нужным, у нас будет кофе-брейк, это вот здесь же, рядом. А затем после кофе-брейка мы приглашаем вас в главный корпус нашего университета для посещения музея курсантских полков, после чего продолжится работа круглого стола, и потом будет около 16 часов примерно еще один кофе-брейк. Я с удовольствием передаю слово Евгению Андрею Юрьевичу Бельянинову. Я вот весь вечер на арене. Уважаемые друзья, у нас есть долг, который нам надо срочно закрыть. Вручить свидетельство Татьяне Викторовне Леоновой, потому что она является членом нашей ассамблеи. Где она? Сама члена, сама не ходит. Ходит.
Спасибо. То есть в дальнейшем мы передаем слово модератору, да, Светлане Юрьевне и Владимиру Юрьевичу. Я, да. я выступлю попозже, но мне... Если что, я человек не без излишней скромности, я вступлюсь, если что не так. Спасибо большое. Я тоже, Евгений Станиславович. Потому что программа. Потому что все-таки это у нас получается как бы совместное заседание общественной палаты, двух общественных палат. Поэтому замечательно. Вы ведите, Евгений Станиславович, и Светлана Юрьевна. Спасибо большое, коллеги. Я, с вашего позволения, продолжу. Маленькое вступительное слово сделаю. Ну, потом, может, буду немножко включаться, но мне кажется, что Светлана Юрьевна будет абсолютно правильным и органичным модератором. Вы знаете, так вот совпало, я не знаю, случайно, не случайно, то, что сегодня праздник, День преподавателя высшей школы. Это новый праздник. С одной стороны, всего год назад вышел приказ Валерия Николаевича Фалькова. А с другой стороны, я уверен, что здесь много преподавателей, мы в стенах университета, и даже коллеги, которые отвлеклись так или иначе на жизненном пути на другую работу, все равно возвращаются в университет. Возвращаются как преподаватели, как лекторы, как просветители. Очень хочется, чтобы наш разговор, а он серьезно звучит, историко-культурное наследие, кинематограф, сталинградские высоты. С одной стороны, логично, мы в Сталинграде, и мы на высоте, университет стоит на возвышенности. С другой стороны, очень хочется, чтобы мы из него вынесли, он не остался здесь, вот в стенах университета, он продолжился. У вас, Алла Эдуардовна, много партнеров, и тема, вот есть темы, которые, знаете, они такие вот конъюнктурные, они для сегодняшнего дня подходят, там какой-то тренд. И все, там, завтра, возможно, мы о них забудем. Но тема победы большой нашей российской, советской, и тема победы конкретно здесь, в Сталинграде, победы, которая перевернула судьбу всего мира. И очень важно об этом не просто не запоминать, не забывать. Очень важно об этом так помнить, чтобы у любого поколения, вот у меня растут маленькие дети, и сыну 12 лет сейчас, мы часто говорим о победах былого. И когда он был совсем маленький мальчишка, еще несколько лет назад, он говорил: пап, ну это же так давно было. Я рассказал ему историю нашей семьи. Про бабушку, которая в оккупации ни на один день не закрыла школу. Про дедушку маминого папы, который в 14 лет остался старшим в колхозе. Все ушли на фронт, он был фактически старшим мужчиной. И после этого сын сказал: пап, вот да, я теперь понял, почему и для нас, и для меня это важно. Вот мне хочется, чтобы дискуссия, которая сегодня состоится, вот она была... И про кинематограф, и, конечно, про сохранение памяти здесь сейчас, но все-таки, чтобы попробовать через наш опыт, через опыт старших опытных товарищей, передать ребятам молодежи. Дорогая Светлана Юрьевна, передаю вам бразды. Спасибо большое. Не надо передавать, вместе идти. Да, потому что мы программу сейчас с Владимиром Юрьевичем увидели только. Но я все равно хочу еще раз поприветствовать и организаторов, и участников, и гостей Международного кинофестиваля имени Владимира Меньшова. Да, сегодня очень знаменательный день по многим направлениям, и праздник, и я считаю, что очень знаменательно то, что в этом году кинофестиваль проходит на Сталинградской, Волгоградской земле. Куда бы вы ни бросили взор, куда бы ни посмотрели, каждая пять нашей земли хранит память о героизме наших воинов. И мы, я коренная волгоградка, с детства впитываем и исторические ценности, и память о былых войнах, боях, которые были на нашей земле. Мы сохранили специально, у нас есть памятник, называется Мельников. Вот в таком состоянии был весь Волгоград. Волгоград восстановили заново, и вся Россия помогала восстановлению Волгограда, Сталинграда, поскольку именно здесь начался перелом во Второй Великой Отечественной войне. И
очень знаменательно то, что именно международный фестиваль документального кино. Да, мы как бы очень долго попустительствовали, и вот постоянная вестернизация кино и нашего телевидения привела к тому, что в какой-то степени мы упустили наше подрастающее поколение. И здесь не зря 9 ноября 2022 года Владимир Владимирович Путин издал указ об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению российских традиционных духовно-нравственных ценностей. И здесь, конечно, огромная роль кино. Где еще можно пережить те эмоции, которые вы видите на экране? Где еще можно прикоснуться к историческим событиям, которые вы видите, и это объективный показ? Вы видите тех людей, которые сражались, которые защищали. Да, мы говорим, долго говорили о сохранении наших социокультурных ценностей, нашего кода, но сейчас настало сложное время защиты их уже, и мы видим это, и это достаточно серьезная проблема. И опять-таки, только кино здесь может способствовать и вовлечению молодежи, и укреплению наших социальных норм, создание поведенческих положительных образов и, конечно, сохранение исторических и культурных ценностей. И кино здесь многогранно и имеет очень много функций. Мы все любим кино, поэтому здесь сидим за этим столом. И нельзя не учитывать и не ценить воспитательскую функцию кино, а также и познавательную, и исследовательскую, и коммуникативную. И все это в наших руках. И этот кинофестиваль не только как бы нам транслирует, что было. Этот фестиваль открывает новые горизонты, новые перспективы, о чем свидетельствует и подписанное соглашение сегодня, и создание ассоциации потомков участников Сталинградской битвы, и информация ассоциации потомков панфиловцам. И поэтому сегодня очень много я посмотрела по программе очень интересных докладов, потому что наш Волгоградский университет с момента создания как раз занимается сохранением и защитой и исторической памяти в том числе. Вы это видели в разных аудиториях, в стенах нашего университета. И я хотела бы... Я не вижу Стризо, или мне не видно? Вот здесь. А вы здесь. Прошу прощения, не видно. И я бы хотела предоставить... Очень у вас интересная тема, как всегда. Университеты как точки генерации исторического знания. Пожалуйста. Спасибо, уважаемая Светлана Юрьевна. Если говорить о роли университетов как центров генерации исторического знания, то я хотел бы лишь тезисно обозначить эту роль и затем затронуть второй сюжет, связанный с темой нашего круглого стола. Собственно, содержание самих тезисов, о которых я буду говорить, навеяно изучением материала встречи президента России Владимира Путина с историками, которая состоялась 4 ноября, и участником, который был у нас Константин Ильич Могилевский, надеюсь, он выскажется на эту тему. Но прежде всего, в каких областях университеты могут выступить генераторами исторического знания, нового исторического знания? Конечно, это периоды новой и новейшей истории, как отечественной, так и зарубежной, потому что именно эти сюжеты оказываются в центре и идеологической, и психологической войны, и в центре вот этой индустрии производства разного рода фейков, с которой мы имеем дело сейчас в информационном пространстве. Во-вторых, на встрече совершенно справедливо говорилось о том, что отечественную историю надо изучать в ее связи с зарубежной историей, и именно университеты, где существуют кафедры отечественной истории и зарубежной одновременно, где оба процесса синхронизированы, могут предложить нам новые варианты, темы и сюжеты
синхронизации и в преподавании, и в анализе научном отечественной и зарубежной истории. Наконец, третий момент. На встрече шла речь о роли России во всемирной истории, о значении российского исторического опыта, уроков истории России. Это тоже сюжет, где университеты должны сказать свое слово, потому что мало сформулировать уроки, необходимо дать их анализ и научиться относиться к урокам так, чтобы это отношение не оборачивалось в плоскость самоуничтожения, а наоборот было конструктивным и мотивировало всех граждан России, стимулировало у них формирование мотивации достижений. Наконец, еще несколько моментов, о которых хотелось бы сказать. Ну, прежде всего, университет имеет уникальную возможность интерпретировать символы региональной, локальной истории в контексте основ российской идентичности, в контексте того культурно-исторического кода, о которых мы много говорим. Потому что мы можем здесь соединить историческое знание, лингвистическое знание, я имею в виду исторические аспекты языковедения, этнографическое знание, историю экономики, и мы можем предложить варианты интерпретации, которые, безусловно, будут работать позитивно в плане формирования российской идентичности. Наконец, мои коллеги об этом, надеюсь, будут говорить, именно в университете, и в Волгоградском университете работа ведется, рождаются новые формы и технологии презентации исторического знания. С современной молодежью надо говорить на современном языке, надо подавать традиционные сюжеты нетрадиционно, и это требует серьезной, вдумчивой аналитической работы. И здесь совершенно справедливо говорилось о связи роли университетов с их третьей миссией. И Волгоградский университет, в условиях, когда город Волгоград, хоть и миллионный город, но по своему, в общем-то, культурному, интеллектуальному потенциалу отстает от других городов-миллионников. И вот университет в этой ситуации играет очень значительную культурно-просветительную роль. Вот так я себе представляю некоторые моменты, где университеты России могли бы заявить о себе как центр генерации исторического знания. А теперь два слова по поводу сюжета, вернее, темы нашего круглого стола. Историко-культурное наследие и кинематограф. Да? Так вот, уважаемые коллеги, я уже говорил здесь о том, что многие события региональной и локальной истории выступают основанием общероссийской идентичности. Я думаю, что четыре сюжета из истории Волгограда и Нижней Волги очень хорошо выражают символику российской идентичности и заслуживают нового внимания наших кинематографистов. Ну, во-первых, это символика победы. Символика победы, и мои коллеги будут говорить о том, что в истории Сталинградской битвы есть совершенно неисследованные сюжеты, есть совершенно новые и оригинальные повороты, которые достойны кинематографического воплощения. Это особенно важно, потому что сегодня визуальная культура, культура экрана играет ведущую роль в воздействии на умы не только молодежи, но и всех наших сограждан. Итак, новые сюжеты, новые повороты в Сталинградской битве. Первое. Второе. Все-таки Сталинградская битва – это символика победы. И здесь совершенно не разработанным в кинематографе остается сюжет морально-психологического, личностного перелома, который произошел у воинов Красной Армии под Сталинградом. Сталинградская битва как место перелома в психологии солдата и место формирования психологии победителя. Эта тема заслуживает очень глубокого анализа, и фильмы, тот единственный фильм, который я успел посмотреть, прежде чем прийти на круглый стол, показанный у нас в программе фестиваля, фильм, сделанный нашими белорусскими коллегами, показывает, насколько мастерски можно описать психологию человека. Те преобразования в психологии личности, которые происходят и делают из пораженца победителя. Вот эта тема, я думаю, достойна воплощения. Она будет очень актуально смотреться в современном историко-культурном контексте. Наконец, третий сюжет. Уважаемые коллеги,
Символом нашей идентичности является не только победа в Отечественной войне, но и наша космическая программа. Рядом с Волгоградом находится центр, который сейчас, хотя административно принадлежит Астраханской области, но исторически и содержательно связан с Волгоградом. Многие участники событий, которые там произошли, живут в Волгограде, они пока еще живы, и с ними можно сделать живой киноматериал. Я имею в виду первый советский космодром «Капьяр». Вот эта дорога в космос, которая была проложена задолго до Байконура, проложена в труднейших условиях, а это тоже волгоградская земля. И мы дали старт не только, так сказать, победе в Великой Отечественной войне, но и старт вот этому космическому восхождению. Это тоже сюжет, достойный внимания. Наконец, уважаемые коллеги, последний сюжет, о котором я хотел сказать. Россия удивительная страна в том смысле, что мы отличаемся от великих и малых держав тем, что в нашей истории, благодаря, может быть, пластичности русского менталитета, никогда не было конфессиональных и этнических конфликтов, которые были бы инспирированы сами народами. И вот Волгоград – это уникальное место, и этот сюжет я тоже хотел бы увидеть на экране, где на одной территории более 200 лет без всяких конфликтов живут представители христианства, причем как православия, так и лютеранства, я имею в виду немцев-колонистов, живут коренные жители, мусульмане-татары Поволжья, и живут буддисты, калмыки. И вот эти три великих религии и три этноса с очень непростой историей здесь живут мирно, они взаимодействуют и разрешают те проблемы, которые здесь существуют. И я думаю, если мы говорим о том, какой урок Россия может дать другим странам и регионам в эпоху современной глобализации и нестабильности, то к числу этих уроков надо отнести вот этот урок мира, конфессионального и этнического согласия. Было бы очень интересно услышать мнение наших кинематографистов обо всех этих сюжетах, а я заканчиваю. Благодарю за внимание. Александр Леонидович, большое спасибо. Стризоя Александр Леонидович, доктор философских наук, профессор. Вопрос сразу, можно? Да, конечно. Извините. Столько предложений. Да, Александр Леонидович, ну, вы меня зажгли тоже, потому что у меня в выступлении было тут некоторое совпадение с вами. Если дадут слово, то я обязательно напомню. А что здесь есть? Дацаны, есть какие-то храмы буддистские, калмыкские? На территории. На юге Волгограда находится одно из культовых мест в истории калмыцкого народа. Там небольшая пагода, по-моему, построена калмыками. Есть пагода, да. Mm-hmm. Это так называемое место Тундутова, родовое владение одного из калмыцких князей, в общем, род которого сейчас продолжается. Да? Понятно. Но мы гордимся, что у нас в России встречаются территории не конфликта цивилизации, а партнерства. Есть, есть, да, да, да. Вот эти все три или четыре, да, да. Наши традиционные конфессии встречаются. Это очень интересно. Разрешите предоставить слово Стельник Евгению Викторовичу, кандидат исторических наук. Очень интересная тема. Открываем новые страницы истории. Роль курсантских полков, музей курсантских полков, уникальность, деятельность, научные исследования. Пожалуйста. Спасибо. На мой взгляд, самое популярное слово у нас за словом «память». Мы часто его используем, но вот я хочу задаться вопросом, а что мы помним о Сталинграде? Я думаю, что если мы задумаемся, не так много сюжетов. Я использую слово «сюжет» не случайно, а потому что по своей сути все, что мы знаем о Сталинграде, написано в 42-м году советскими журналистами, военными журналистами из газеты «Красная звезда». Вот все, что они написали, в октябре месяце они прибыли в город Сталинград, их направили на самый спокойный участок фронта, 13-я гвардейская дивизия Тродимцева, в то время спокойный участок фронта. Кто-то из них, как Василий Гроссман, доехал чуть дальше, 284-ю дивизию. Вот все, что они описали для нас, да, то мы и помним. Вот в их полосе от обороны эти дивизии была высота 102, мы сейчас ее называем Мамаев-Курган. А Сталинградцы ее называли Бугор. То есть вот зачастую так получается, что мы знаем о Сталинграде, мы знаем небольшие сюжеты.
чтобы вам показать, как это еще более наглядно, еще, может быть, даже более жестко, как это формируется, я скажу про дом Павлова. Все знают про дом Павлова. Легендарная история, очень яркая история, вот очень красивая история, и трагическая история, и смелая история. Дом Павлова, сержант Павлов и его там три товарища из первого набора, даже еще воздушно-десантные бригады, захватили 26 сентября. 27 сентября агитатор полка 42-го Леонид Корень написал маленькую заметку в газету фронтовую. Эту заметку вот увидел московский журналист Юрий Чепурин и написал статью в «Красную звезду». А в сентябре месяце 42-й гвардейский полк захватил много зданий. А Леонид Корень написал много заметок, но мы знаем только про дом Павлова. Про дом воеведа мы не знаем, про дом железнодорожников мы не знаем, про военторг мы не знаем, про молочный дом, где был ранен сам сержант Павлов, мы не знаем, где погиб лейтенант Наумов, командир, видимо, гарнизон, там спорная ситуация. То есть, если серьезно говорить, Сталинград мы знаем яркими какими-то моментами, яркими сюжетами. Это, конечно же, никуда не годится. Наша цель – это расширять историю. Вот я хочу поговорить о Сталинграде. Я понимаю, что я могу увлекаться, модератор будет мне показывать, да, что нужно закругляться, я буду делать вид, что я вас не замечаю. Но я все-таки попытаюсь контролировать. Мы говорим о победе, но, знаете, до победы нужно дорасти. Я буду говорить о сентябре месяце, о трех днях в сентябре, когда серьезные бои были именно на том месте, где мы сейчас находимся, высота 145,5. Высота очень важная, высота очень тяжелая, высота перекликается с курганом, потому что если бы не высота 145,5, возможно бы немцы в сентябре бы город Сталинград бы и взяли. Надеюсь, я все это включил. Если мы говорим о событиях в сентябре, то мы говорим о противостоянии двух людей. Одного человека мы очень хорошо знаем, немцы о нем очень много пишут, американские историки его очень любят, это Вернер Кэмпф. Командир 48-го танкового корпуса. Ему посвящены многие книги, много статей. Фотографии 43-го года. Про его оппонента, который его здесь победил, Николая Митрофановича Пожарского, практически никто не знает. Книг про него нету, статей про него тоже я не нашел. Надо сказать, что Пожарский вообще не должен быть здесь. Он был заместитель командующего артиллерии 2-й армии, но офицеров дельных не хватало. Его, в общем, бросили на этот тяжелый участок. То есть есть победитель и есть проигравший. Про проигравшего больше от информации. Что интересное здесь? Впервые немцы подошли к городу именно вот в нашем районе. Это случилось с утра 4 сентября. Не в центре, не на Мамаевом кургане, а именно здесь. И подошла очень известная в литературе 24-я танковая дивизия. Вышли они к городу с утра 4 сентября. В это время, еще раз скажу, Мамаев курган – это тыл, там находится штаб 2-й армии. 13-я гвардейская дивизия вообще находится в Камышине. Здесь складывается очень тяжелая ситуация. Если говорить на более мелком уровне, это противостояние двух таких очень серьезных дивизионных командиров. Интересно, что они и погибли в один день, 8 сентября. Вот тут, недалеко от нас, а в районе высоты 144,9, в районе ретранслятора, и сейчас там стоят башни. Это командир 35-й гвардейской дивизии Глазков Василий Андреевич, немецкий генерал Риттер фон Хауншильд. Глазкову здесь всего 39 лет. Фотография такая. Что здесь можно сказать самое главное? Дело в том, что Глазков переиграл немецкого генерала. 24-я танковая дивизия зашла в город, но быстренько откатилась и понесла очень серьезные потери. Знаете, немецкие, американские историки со слезами пишут о потерях полка, 21-го полка Хеллермана. Надо сказать, большое достижение гвардейцев Глазкова. Они смогли отбиться, они смогли устоять. Когда, в общем-то, в других районах, в других местах фронт местами даже уже просто сыпался. В этой ситуации немецкое командование пытается найти выход, они понимают, что наступление буксует. Немцы, еще раз скажу, не нужно их здесь отумалять, были очень серьезные профессионалы. Они пытаются как-то выйти из ситуации, они пытаются изменить направление удара. Не на Сталинград, где стоит 35-я гвардейская дивизия, а пойти на юг, в нашу сторону. Они концентрируют в полосе наступления 24-й танковой дивизии целый корпус. Две танковых дивизии и одна моторизованная. Вы знаете,
было выступление про Индию, да, как индийцы отучаствовали во Второй мировой войне. В этот момент Второй фронт у нас происходит в Африке, корпус Роммеля. Во всем корпусе Роммеля всего 3 дивизии. Здесь, на маленьком участке фронта, тоже 3 дивизии. Как бы, вроде бы война, вот одна, да, ну, а масштаб событий, интенсивность событий, яростность боев, ну совершенно другая. Немцы готовятся к наступлению, совершают очень интересное такое решение. Сейчас я примелькну, долго искал фотографию. Собирают все танки 48-го корпуса в боевую группу майора Дитриха фон Ланкина. Единственная фотография у этого человека есть. А интересно, в корпусе 3 дивизии по списку должно быть 420 танков. На этот момент в корпусе всего 47 танков. Это к вопросу, какие серьезные потери немцы несли на поступ к Сталинграду. У нас, знаете, в литературе, в массовом осознании, что война и Сталинград – это большие наши потери. Это да, но и гигантские немецкие потери. Здесь как бы тоже не нужно, вы знаете, мы иногда вот увлекаемся такой в самобичевании. Здесь нужно понимать, что войска сражались очень жестоко, вот очень цепко. Здесь стали появляться люди, которые потом будут побеждать. Они сначала отступали, здесь они уперлись, да, и стали уже, да, наступать дальше на запад. Это подготовка немцев. Что происходит у нашего командования? Наше командование, конечно, ситуация очень тяжелая и немного теряет контроль над ситуацией. Дело в том, что и Шумилов, и командующий 62-й армией Лопатин, они считают, что эта зона прикрыта. Войска начинают перебрасывать к центру, вот в район как раз Мамаева кургана. Наверное, самое такое сложное решение, сейчас его критикуют, это переброска очень дельной, очень боевой 33-й танковой бригады. Вся бригада из тяжелых танков. Это особенный танк, там написано «беспощадный», деньги на танк собрали кукриниксы. Танки ушли отсюда, в центр города. Чтобы сказать, что не зря они там они время проводили, это предпоследний танк бригады, это площадь павших борцов. Танк стоит, если кто живет в городе Волгограде, это танк стоит рядом с театром кукол. То есть эти танки ушли отсюда не случайно, они там делали большое дело. То есть командование выбирало, где можно собрать резервы, где можно пожертвовать. Посчитали, что этот район можно им немного пожертвовать. Танки ушли в центр. Итак, наступление немецкое начинается 8 сентября, а утром... Очень редкая фотография. Все три танковых командира, танки командира рот, они собрались, вот они сейчас, видимо, решают какой-то важный вопрос. Наступление началось в 8 вот утра. Немцам удалось заскочить на высоту 144-9, сдвинуть дивизию Глазкова. В бою за высоту погибает Глазков, но, интересно, в это же время и погибает немецкий генерал. То есть у них получилось какое-то такое очень серьезное такое, какое-то такое совпадение. После высоты немцы идут на юг. Это неожиданно для нашего командования. Немцы уходят в тыл, выходят на высоту 144-5 и выходят в тыл двум нашим дивизиям, 131-й и 204-й, которые как раз-таки отобраняют высоту 145-5. Что здесь еще можно интересного? На пути танков находится только одна 138-я дивизия Ивана Ильича Людникова. Про Людникова мы знаем, но Людников известен событиями ноября, событиями на севере города. Вот здесь вот Людников, наверное, впервые себя привел как очень такой, очень талантливый, очень расчетливый, в какой-то степени даже очень хитрый генерал. Немцев смогли остановить, немцев смогли немного затормозить. Следующий очень интересный человек – это танки 56-й танковой бригады, которые в критический момент подошли на помощь к Людникову, и смогли, в общем-то, немцев немного приостановить. Тоже очень интересная фотография. Самолеты летят на те места, где мы находимся. А мы видим Бекетовку, мы видим пески, и вот где-то в том вот районе находится современный вот университет. А немцы вызывают авиацию, вот авиация бьет по танкам 56-й танковой бригады. В этот критический момент командир бригады Виктор Васильевич Лебедев принимает очень такое, знаете, рискованное решение. Он приказывает танкам выйти из капониров. Они были закопаны по башню. И они идут в контратаку на немецкие танки. Но получается непредвиденное. Танки на открытой местности немцы расстреливают. И на глазах командира батальон в полном составе сгорает практически. По всей видимости, это очень серьезно подействовало на командира.
Он взял револьвер, взял бутылку с зажигательной смесью и пошел к своему погибшему батальону. Там, в общем-то, и погиб его на следующие сутки, нашли вот разведчики 157-й стрелковой дивизии. То есть бои в нашем месте, где прямо мы находимся, были крайне серьезные, крайне ожесточенные. Что здесь можно сказать? К какому выводу мы можем прийти? В течение двух дней танковая группа фон Ланкина практически здесь была уничтожена. Есть у меня фотография, тоже немцы очень переживают. Из 47 танков у них осталось 11. 10 числа группа была расформирована. Выясняется, что наступать дальше не получается, Бекетовку взять не получится. А наступать уже дальше на центр города тоже не получается. И вдруг выясняется, что немецкое наступление останавливается. Действиями, очень решительными действиями, смелыми действиями советских, безусловно, солдат и, конечно же, офицеров. Евгений Викторович, да. Вы открываете для нас историю очень интересные, неизвестные факты. Я буду заканчивать. Я сделаю. Жаль, но, к сожалению, у нас... Буквально можно сделать вывод? Резюме. Да, резюме. А в ходе тяжелых боев 204-я дивизия в нашем районе понесла очень серьезные потери. Практически было уничтожено два наших полка. Командовал дивизией от Александра Васильевича Скворцов. Командование фронта очень внимательно смотрело за действиями Скворцова и даже, знаете, завели дело на него уголовное. Стали проверять, как же он управлял войсками, что погибло два полка. А хотели Скворцова отстранить. Но еще раз скажу, командиров было мало, его сохранили, дивизию убрали на перферовом. И я решил посмотреть дальнейшую судьбу Скворцова. Выясняется, он еще раз встретился с Кемпфом, но уже на Курской дуге 5 июля, где он нанес очень серьезное поражение немецкому войску. Видимо, какие-то выводы он сделал. А еще через полгода он станет героем Советского Союза, но уже на Днепре. Он форсирует Днепр, знаете, выйдет к Николаеву. Такой город есть. И он его возьмет. То есть, вы знаете, от поражений, от тяжелых боев к победе, эти люди это сделали. И для нас, не знаю, это уникальный опыт. Спасибо. Спасибо большое, Евгений Викторович. Мы рады приветствовать Екатерину Борисовну Алтабаеву, да, сенатор, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель Севастополя. Все правильно справилась. Уважаемые коллеги, уважаемая Алла Эдуардовна, мне кажется, что тема в целом кинофестиваля «Победили вместе» и тема научно-практической конференции, которая в стенах университета проходит, чрезвычайно актуальна. Собственно, она актуальна всегда, но полагаю, что, наверное, в этом году мы чувствуем особую ответственность за то, как эта история, о которой вы сегодня говорили, блестяще только что говорил выступающий, усваивается теми, кто идет нам на смену. Ну, банальные вещи, да, что от того, какой будет наша молодежь, зависит будущее нашей страны. Его просто не будет, если мы не сможем свой код национальный передать молодым людям. И, конечно, в этом смысле все те направления деятельности, прежде всего научной и научно-практической, которые наверняка тоже и докладывались, и пробируются на этой площадке, чрезвычайно важны. От имени Совета Федерации мне хотелось бы от Комитета по науке, образованию и культуре приветствовать вас в этой очень важной, необходимой работе, которую все мы сообща сегодня делаем. И, безусловно, передать привет от города-героя Севастополя. Потому что, когда я говорю в Севастополе, Волгоград, меня все понимают. Когда я здесь говорю Севастополь, меня тоже слышат по-особенному. Только тогда, когда был, к сожалению, в мае 1942 года понесено поражение Крымским фронтом, а потом, через буквально полтора месяца, был Севастополь, я не могу сказать, оставлен, потому что эвакуации Севастополя не было, как мы все знаем, но полит кровью защитников Севастополя. После этого, буквально через две недели, началась
битва за Сталинград. Сначала с обороны. И сегодня, конечно, просто нельзя всех не поздравить. Совершенно потрясающим днем начала контрнаступления под Сталинградом. Нужно сказать, что это вот гордое имя Сталинград. Оно всегда звучало и в ходе Великой Отечественной войны в одном ряду с определением «город-герой», точно так же, как и Севастополь. Совсем недавно мне довелось вот, держать в руках и работать с маленькой брошюрой, которая была адресована школьникам 1943 года. И в этой брошюре предлагалось школьникам ответить на ряд вопросов о том, как они знают историю городов-героев. 43-й год, еще до 1 мая 1944 года, когда официально будет в приказе главнокомандующего Виссарионовича Сталина названы города-герои, пройдет больше года. Но уже тогда города-герои – это была Москва, это был Ленинград, это был Сталинград, это был Севастополь. И даже вот последняя радиограмма, у нас сложно было вот в последние дни июня 42-го года осуществлялась связь с Большой землей, но последняя радиограмма, которая ушла, она шла через Сталинград на Большую землю. Поэтому вот наши, скажем так, ментальные корни, я бы так сказала, они столь тесно переплетены, что когда я приезжаю в Волгоград, у меня всегда другое сердце по-особенному. Это особенная земля, и люди здесь такие. И поэтому, конечно, безусловно, и кинофестивали победили вместе, где проводить, как не в Севастополе и в Волгограде. У нас родился этот кинофестиваль в 2004-2005 году, будем так говорить. Да? А вот сейчас это очень правильно, вот в условиях особенных, подхватила эту эстафету Волгоград. И где, как не в Волгограде, проводить научно-практические конференции с той тематикой, которой сегодня конференция посвящена. Вот вам огромное спасибо за ту работу, которую делаете университету. Большое спасибо, что он принимает на площадке своей столь представительное сообщество ученых, политиков, журналистов, историков. И что у нас есть возможность высказать свою точку зрения. И сегодня еще раз поделиться тем опытом, который накоплен по сохранению исторической памяти, по недопущению ее фальсификации. Мы уж совершенно точно в Севастополе, пережив 23 года в составе Украины, знаем, что такое фальсификация. Мы в этом жили. И мы, тем не менее, сохранили здоровое историческое самосознание. Надеюсь, не только старшего поколения, но и наших детей разного возраста, молодежи в том числе, наиболее уязвимой части общества. И поэтому, конечно, все, что делается в этом направлении, это невероятно важно. Поэтому вот слова самой искренней признательности, благодарности и привета от Совета Федерации, от города Героя Севастополя. Благодарим вас, Екатерина Борисовна. Преемственность Волгограда, Севастополя не случайно, мы же города-побратимы, поэтому мы любим так друг друга. Да. Разрешите предоставить слово Петровой Юлии Игоревне, заместителю генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии. Ну, прежде всего, позвольте выразить признательность за возможность сказать несколько слов здесь. И позвольте мне начать со слов благодарности вот этой женщине чудесной, профессору Ахметовой, потому что сама-то я прямой потомок, я внучка начальника медсамбата Панфиловской дивизии, начальника госпиталя у генерала Панфилова. Мой дедушка имел честь дружить с генералом Панфиловым, дружил с его дочерью. И то, что здесь вот было сказано, и позвольте вам передать слова благодарности от всей моей семьи, от мала до велика, от его дочерей, внуков, уже правнуков, так что низко кланяюсь. И несколько слов вот в качестве университетского профессора. Я послушала, о чем говорят мои коллеги и друзья в Волгоградском университете. И вот хотела бы сказать, если бы наши студенты слышали вот лекции
пусть не каждый день, к сожалению, наверное, таких блестящих ораторов, как Евгений Викторович и Александр Леонидович. Ну, не каждый университет богат. Так вот, если бы наши студенты слышали бы хотя бы часть этих лекций, то я думаю, что, конечно, у нас было бы гораздо меньше проблем. И для наших студентов понятие сохранения исторической памяти, понятие о том, что это надо беречь, передавать своим детям, было бы святым. Поэтому у меня просто предложение. В Ассамблее народов Евразии пул партнеров собран университетов. Университеты достойные представлены российские. Университеты достойные страны постсоветского пространства. Я уверяю вас, не меньше, вот Андрей Юрьевич, который встречался с руководством университетов стран Арабского залива, со студентами Иорданского университета, это крупнейший, один из самых авторитетных университетов на Ближнем Востоке. Их не меньше интересует то, что происходило у нас, их не меньше интересует то, что мы пытаемся это сохранить, сохраняем. Валерий Давыдович, вам огромное спасибо. Я первый раз вот присутствую при этом. Вы знаете, я потрясена и вот предлагаю довести это до сведения всех наших университетских партнеров и создать пул университетов, который будет как раз заниматься проблемами сохранения исторической памяти. А это, ну, может быть, это небольшое евразийское партнерство, но пусть это будет просто евразийское партнерство. Но то, что присоединятся и страны Ближнего Востока, африканские страны, ну и, естественно, страны-члены постсоветского пространства, я не сомневаюсь. И думаю, что мы, вот начав такое мероприятие в стенах такого уважаемого университета, можем это на рационной основе продолжить в университетах-партнерах. Ну, если Андрей Юрьевич поддержит. Я пользуюсь вот неаккуратной фразой вашей. То, что говорит Юлия Игоревна, абсолютно здорово, и, конечно, надо поддерживать, и будем это все делать. Мы много встречаемся с представителями других стран, других государств. Ну, так пока получается, что большинство русскоязычное. Ну, и вот выпускники советских вузов, уже российских вузов. И вот просто желая сохранить, некоторые коллеги говорят: слушайте, а вот давайте сделаем такой проект. И я говорю: а что вам мешает? Да, мы вам... Для этого надо приехать в Москву, там. Вы сами рядом живете, вы же можете все сделать. Да, что они сказали? Нам крыша нужна, мы американцев боимся. Вы извините за сленг 90-х годов. Я говорю: ну, поскольку 90-е годы мы жили, мы все это пережили. Не переживайте, вот это мы вам точно дадим. Вот. Но обращаю ваше внимание, что каждое действие рождает противодействие, и несмотря на все то, о чем мы сейчас говорим, это пропитано добром, памятью, желанием сохранить уважение старших, к старшим, младших, ну и так далее, и так далее. Вот за этим, я думаю, что потихонечку начали уже следить. Ну, не, по-другому, наверное, быть не может. Но вот, вот борьба добра и зла, она принимает новые формы. Ну вот нельзя, опять же, возвращаюсь, да, вот, Евгений вот, Викторович сказал, вначале было поражение, а закончилось это сокрушительной победой. И вот одно из любимых книг вот моего детства, книга генерала Родимцева «Машенька из мышеловки». Читали или нет, это про медсестру, которая во время Сталинградской битвы. Вы говорите, мало знаем. Я знаю много, я знаю даже генерала Родимцева, понимаете, который был героем, героем Сталинградской битвы. Сколько таких было, конечно, не только генералов. Так что вот Юлия Игоревна правильно сказала. Почаще бы надо вот такие лекции читать. Спасибо. А сейчас слово Городничеву Игорю Владимировичу, президенту национально-делового партнерства «Альянс Медиа». Пожалуйста, Игорь Владимирович. Дорогие друзья, спасибо большое. Считал необходимым выступить и сказать вам, поскольку времени мало, постараюсь быстро, тезисно, если вопросы будут, то всегда готов ответить. Много говорилось о медиаплатформе. Мы действительно, поняв, какую большую задачу, какие большие проблемы стоят перед Ассамблеей народов Евразии на пути вот восстановления исторической, сохранения исторической памяти,
попытались с учетом нашего опыта, наших возможностей помочь решить эту задачу, и на сегодняшний день мы ее решаем. Настолько быстро время бежит, вот Андрей Юрьевич сказал, что надо бы делать, а мы делаем эту базу данных ведь. Вот. И я должен сказать, что на сегодняшний день она, в принципе, сделана в тестовом режиме пока, и туда уже вводятся данные, вот как раз здесь Лала Сембековна присутствует, вот как раз она этим и занимается со своими поисковиками, со своей поисковой группой. На сегодняшний день больше 1000 записей, больше 1000 человек введено в биографии. Почему биографии? Это вот тот путь, который мы для себя наметили, восстановление исторической памяти. Именно идти от биографии человека. И вот когда вот эта масса, мы даже уже на тех там 4000 записей, которые введены в базу данных, видим, что происходит. Когда вот эта, пускай небольшая масса информации уже введена, мы понимаем, где объединяются как бы источники, где правда, где есть какое-то несоответствие, нестыковка, и формируем такие информационные массивы. Конечно, много проблем на этом пути. Вот. О некоторых тонкостях хотел бы сказать. Да, несомненно, существуют государственные информационные архивы, архивы Минобороны, масса информации существует. Но она либо разрознена где-то в виде отдельных статей, либо, если эта информация архива Минобороны, она очень отрывистая, как все знают. Одна запись, одна строка. Призван, награжден, погиб, все, больше ничего нет. И дополнить и исправить ее нет возможности, поскольку это официальная информация, очень строгая. К сожалению, вот Лала Сембековна подтвердит, и там очень много ошибок, очень много накладок. Есть много случаев среди панфиловцев, когда даже из тех данных, которые мы выводили, когда пропал без вести, потом опять появился и опять продолжал боевые действия, был награжден даже. Приходили по коронке, считался погибшим. Поэтому вот формируя вот такую базу данных, базу знаний уже даже я бы назвал, нам приходится вносить, казалось бы, на первый взгляд, мне так, по крайней мере, казалось, несовместимые вещи, когда человек погиб, есть запись о смерти, пришла похоронка, а мы потом пишем в его периодах жизни, что он жив, что он воевал, что он был награжден и так далее. Очень много каких-то таких спорных, тонких моментов. Есть повторные записи. Вот. Поэтому задача сохранения памяти, да, она действительно большая и серьезная. Вот вопросы, которые здесь прозвучали, связь Волгоград, Сталинград, Царицын. Опять вот из панфиловцев пример приведу. Говорил уже несколько раз везде. Такая фамилия Задорин Николай Валерьянович. Вот Лариса Сембековна кивает. Вот. Уникальный человек. Мы говорим, мы начали базу данных вести о героях Великой Отечественной войны. А он герой гражданской войны, кавалер Георгиевских крестов. 4 креста гражданской войны. И он всю Великую Отечественную прошел с ними. Он их не снимал просто. Многие прятали, многие не признавались там. Ну, разные были условия, мы все понимаем. А он с ними воевал. Сколько раз он был ранен, по-моему, только в гражданскую 9 раз. Травили газом его. В результате, когда он был ранен на Великой Отечественной, его не списали, отправили, он уехал в тыл. Но практически он прошел до конца. Вот биография человека тоже такие факты интересные. Он родился 1894 год. Прошел Первую мировую, гражданскую, георгиевский кавалер. Потом прошел всю Великую Отечественную. А потом он был, сколько мог, он умер в 1983 году. Военкомом. Да, и он был военкомом, и он был, вот то, что с университетами связано, теперь всплывает в памяти, он был начальником военной кафедры Ташкентского государственного университета. После всего этого. Вот она вам и связь истории. И как можно говорить об истории Великой Отечественной войны, не упоминая гражданскую войну? Первую мировую вы имеете в виду? Да. Да. Георгиевские кресты он и там воевал. Вот вам вы история, вот она, как она накладывается, складывается в жизни. И нельзя рассказать об этом человеке, допустим. И такой он не один даже среди тех же панфиловцев. Вот на сегодняшний день особенности какие этой работы? Мы взялись за две такие большие базы данных. Это вот на сегодняшний день около 1200 человек введены данные по панфиловцам. И чуть больше, там около 2000 введены данные по 16-й литовской дивизии. Как мы работаем? Мы работаем с поисковиками фактически. Они работают и на земле, работают и в архивах, работают и с родственниками, изучают документы, получают доступ к семейным архивам. Вот здесь, когда мы формируем биографию человека, складываем ее из разных точек,
Это все дополняется семейными архивами, разными другими данными. Вот здесь возникает, мне кажется, по крайней мере, более объективная историческая правда. А когда эти люди складываются, как сегодня говорилось, в батальоны, роты, полки, дивизии, вот тогда уже нет никакого спора и обсуждения, было это или не было, из писем, с фронта и так далее. Вот таким образом сохраняется историческая память, и, на наш взгляд, это достаточно серьезный момент, достаточно серьезное основание доверия к такой информации. И вот как примеры просто, это уже не только, почему мы называем медиаплатформой, не только база данных какая-то, там биография, история людей, из отдельных как бы полей базы данных для специалистов, кто, естественно, понимает это, я думаю, что понимает очень хорошо в университете, складываются отдельные базы данных. Мы, допустим, по Орловской области, там более-менее компактно все. 16-я литовская дивизия, как пример, прошла по ней, она была сформирована по национальному признаку, и их первыми бросили фактически там. Очень большие потери были, очень много погибло. Естественно, национальный состав большинство было литовцы, но там были и другие все национальности. Вот. И вот по Орловской области... Было 4000 евреев. Да. Ну, да. Уникальный случай за всю историю войны. Да. Вот сейчас мы просто... Выходцы из Литвы, и первое время, я вас ваш пересказываю, да. Первое время команды были на идиш, а раввины сопровождали их во время боевой подготовки и начали боевых действий. И мне кажется, гордость не только советская, но вообще в частности еврейского народа. Да. Там много историй, в частности, то, что эту историю не замяли как бы на международном уровне, видимо, потому что вступался Израиль за поддержку этих данных, когда у нас начались всякие обсуждения с Литвой. Вот. Но дело не в этом. Я хотел просто как пример привести то, что на базе этой информации по местам захоронений мы фактически сформировали базу данных захоронений, пока получается 16-я литовской дивизии на территории Орловской области. Да, она где-то, может быть, и есть, потому что братские могилы и места захоронения, памятники, они известны в основном. Но памятники именно поименные, там есть вот максимальное количество сейчас, по-моему, на сегодняшний день 672 человека в одной братской могиле. По-моему, деревня Алексеевка, 672 человека, Свердловский район Орловской области. И фактически вот здесь можно говорить и о составлении такой карты. Естественно, что поисковая группа, называется она «Факел», и она там не одна, естественно, к этому присоединяются многие другие, будет и дальше с этим работать, не только по литовцам, а в целом по Орловской области. И именно они на месте на сегодняшний день понимают, как объединить различные данные из разных мест, как это все проверить, сформировать и объединить все это вместе. Вот такой вот опыт, поэтому такую медиаплатформу создаем. Ну и непосредственно, как это связано с сегодняшним днем. Потому что мы точно так же размещаем информацию и публикуем массу там новостной информации, современной, вот, о тех событиях, которые происходят сегодня, которые происходят сейчас, о работе тех же поисковиков, о проведении мероприятий, о создании кинофильмов, о проведении кинофестивалей, посвященных всем этим мероприятиям, вот, и о связи вот тех времен, того времени с сегодняшним днем. Получается единая такая гигантская новостная информация, блочная. Вот, мы рассчитываем на то, что и здесь, почему мы здесь участвуем, вот та информация о работе по направлению по курсантским полкам в Волгограде, Сталинграде, вот, мы надеемся, что мы здесь сможем тоже помочь нашими разработками, нашими возможностями какими-то объединить информацию, потому что очень много информации пересекается, ведь не только в одном месте, в одной дивизии воевали различные бойцы, командиры и так дальше, да? Они потом попадали в госпиталя, попадали на другие места службы, воевали в других местах. Вот. Поэтому, например, по той же 16-й литовской, естественно, она дошла до Литвы и освобождала Литву. И хотя информация по ней собирается в Орловской области на сегодняшний день, как пример, да, естественно, здесь участвует и Литва. И масса людей в той же Литве это понимают, и те же ассоциации потомков, они точно так же будут дополнять эту информацию из разных мест. И мы надеемся, что таким образом создадим достаточно объемную и большую базу знаний. И я так надеюсь, что все понимают то, что происходит сегодня с теми информационными ресурсами, которые сегодня еще существуют, но ежедневно, ежеминутно искажаются, даже пока мы здесь сидим. Я имею в виду Википедию и все остальные ресурсы, которые, к сожалению, уже в основном из наших регионов и движения Советской Армии по освобождению Европы, из освобождения там, Риги, Прибалтики, Венгрии, Польши и так далее –
слова «освобождение» уже заменены на слова «оккупация». Мы это понимаем, и мы понимаем, что историческую правду здесь надо отстаивать, и мы будем это делать. Надеюсь, что все вместе. Спасибо. Спасибо, Игорь Владимирович. Но мне сложно... одну реплику. У нас, когда было заседание такое же в Севастополе, и там выступала группа «Башкир», которые создали карту захоронения участников Великой Отечественной войны. Они смогли это сделать, мне кажется, это тоже очень такое серьезное направление, связанное с правильной памятью. И, наверное, было бы желательно придерживаться к их опыту и туда вообще. Потому что мы пользуемся. Все, кто вернулись, все так же наши. Потом находили себя в помощь, пока не все находили себя уже в земле. Это тоже кусок памяти. Я не к вам говорю, а вообще просто, что такой опыт есть, и они нас информировали о такого рода их начинаниях. А сейчас слово Розину Валерию Давыдовичу, президенту. Спасибо. Евразийской академии телевидения и радио. Я еще представляю Ассамблею народов Евразии, это существенно. Я думаю, что я долго буду перечислять, и кофе-брейк отодвину, да смотрю, уже все ждут. Нет, вот еще Владимир Юрьевич должен выступить, да. Я очень коротко. Уважаемые коллеги, значит, вот то, что здесь происходит, ну и еще раз спасибо громадное Волгоградскому государственному университету, лично Алле Эдуардовне Калининой, ректору, потому что мы не смогли бы организовать столь большое событие, ведь сейчас параллельно проходят вот здесь, на территории университета, три творческих конкурса. Студенты, жюри, гости смотрят фильмы международного конкурса фестиваля, национального конкурса фестиваля и телевизионного конкурса фестиваля. Это здесь, в этом здании. Это колоссальная работа, которую проводит университет. И вообще два слова о программе фестиваля. Я уже говорил, что 150 фильмов, 100 отечественных, 50 зарубежных, 36 стран. Миссия фестиваля, утверждение в духовной жизни и общественном сознании темы патриотизма, значение победы в Великой Отечественной войне как фактора гордости всех народов. Я не буду там дальше говорить о профессиональной части, понятно она, важно, что мы консолидируем в рамках фестиваля на нашей площадке творческое сообщество нашей страны и зарубежных стран на позициях исторической правды, и здесь собираются те, кто эту историческую правду воплощают и защищают в своем творчестве. Вот скажите, пожалуйста, что в этой нашей деятельности здесь очень авторитетное профессиональное сообщество собиралось, ну, помимо присутствующих здесь профессорско-преподавательского состава университета, значит, ученых, деятелей культуры. Значит, у нас ведь колоссальное представительство профессионального кинематографического сообщества. И это на каждом фестивале, во главе жюри. Ну, вы это увидите сегодня на открытии и так далее. Что в этой нашей деятельности не устраивает Министерство культуры России? Вот буквально два дня назад опубликован перечень фестивалей, которые поддерживает Министерство культуры России на следующий год, 23-й. Мы, естественно, подавали заявку. Вот в очередной раз, как и в прошлом году, Министерство культуры России отказало в поддержке Международному кинофестивалю «Победили вместе» имени Владимира Меньшова. При этом, ну, сегодня говорили здесь о приветствиях, которые прозвучат на открытии фестиваля. Ну, мы с гордостью услышим и приветствие президента России. Мы, фестиваль поддержан, вот посмотрите, там все ведь это наши партнеры, соратники, те, президентский фонд культурных инициатив, здесь Волгоградский государственный университет,
и так далее, и так далее. Вот перечислены все там наши коллеги внизу. Фестиваль поддержали общероссийские общественные организации, Ассоциация героев России, Российский союз ветеранов. Вот Виталий Витальевич Горшков здесь сидит, советник руководителя Российского союза ветеранов, генерала армии Моисеева. И я могу еще долго перечислять и тех, кто участвует, и тех, кто поддерживает, и очевидные и творческие как бы успехи фестиваля, об этом и скажет на открытии его президент Сергей Мирошниченко, лидер документалистов нашей страны, известный во всем мире человек. Об этом скажут и другие. Но вот тем не менее, вот происходит то, что происходит. Значит, что-то, значит, кого-то не устраивает. Я вот даже подумал о том, может быть, вот наш круглый стол, да, вот сообщество, которое здесь собралось, достаточно авторитетное и так далее, может быть, мы можем в адрес министра культуры как бы какое-то небольшое обращение с вопросом, ну, если вот в чем позиция министерства? Почему фестиваль победили вместе, поддержанный мощным кинематографическим сообществом, в адрес министра, вот по поводу предыдущего отказа, поступили письма, это я еще, так сказать, не эту кампанию не организовывал, это там еще стихийно, 42 ведущих кинематографистов, там у нас Владимир Хотиненко, Андрей Иосифов, я перечислять могу бесконечно. Часть из них вот и сегодня приехала. В чем, здесь как бы вопрос, не устраивает, значит, тема фестиваля, не устраивает то, что мы делаем, вот, да, мы противостоим каким-то фестивалям, ну, которые министерство там раньше поддерживало, может быть, и сейчас втихую поддерживает, что-то еще кого-то поддерживает, кому-то противостоим. На чьей стороне Министерство культуры России? Все, я больше не хочу сказать. Спасибо вам всем. Вообще очень актуальный вопрос. Мы в Общественной палате Российской Федерации, вот Владимир Юрьевич, да, Общественную палату, кстати, да, хотел поблагодарить тоже за поддержку фестиваля. Я не к тому, а мы как раз сейчас озадачили, хотим предложить инициативу корректировать законодательство, чтобы чиновник, когда отказывает какой-то общественной организации, субъекту общественного контроля, мотивировал, почему он это делает. Вот, возможно, под это и нужно обращение такое составить. И слово сейчас Владимиру Юрьевичу Зорину, пожалуйста. Ну, я не специально выступаю последним, не претендую на заключение. Так случилось. Здесь мне задавали вопросы по поводу рассказанного эпизода, момент приветствия по поводу Тимура и его захоронения. Ну, фамилия этого кинодокументалиста Малик Каюмов, он очень известный. Я с ним дружил по жизни, ну, работали мы вместе, он старше меня. Вот. И эту историю я от него слышал несколько раз в одной редакции. То есть вот иногда бывает, что люди со временем что-то... Нет, наоборот, что-то возникает, меняется. Да, меняется. Вот он в одной редакции. Можно заглянуть в интернет, Малик Каюмов, открыть, и там очень много интересных фактов, которые говорили. Ну, я вспомнил его именно потому, что мы говорим о правде истории, об оценке этой истории. И я думаю, что действительно разговор у нас идет очень интересный. Мы не по-хозяйски используем возможности документального кино, как правило, основанного на фактах, что дает возможность убедительно противостоять фальсификациям истории. Я неоднократно был на международном кинофестивале «Победили вместе», который с этого года носит имя Владимира Валентиновича Меньшова, об этом говорили. Он стал крупнейшим в России смотром документального кино, собирает на своей площадке десятки отечественных, международных лет, лент, соответствующие миссии фестиваля.
утверждение в духовной жизни и общественном сознании темы патриотизма, значение победы в Великой Отечественной войне как фактора гордости всех народов. Я должен сказать, что вот сейчас в мире есть тенденция такая очень сильная, мы называем ее как бы двумя словами, во-первых, извратить нашу историю, а во-вторых, стереть и нашу историю, и историю, историю нашего культурного присутствия в человечестве. Я хотел бы здесь отметить, что, возможно, здесь и наша с вами есть доля вины. В том смысле, что мы как нация, как народ, мы самокритичны и как-то любим анализировать свои недостатки, иногда выделяя их даже как особые недостатки, хотя многие государства в мире проходили этот путь в свое время, мало там у нас особенного с точки зрения недостатков, и очень стесняемся своих достоинств. Мне понравилось, вот здесь я сразу отреагировал, коллега, когда рассказывал о том, что у нас уникальный опыт в нашей стране, это единственный опыт в мире, я еще назову 3-4 позиции, которые единственные в мире, и о которых можно рассказывать и гордиться. Первый уже назвали. У нас никогда не было вообще ни малых, ни больших религиозных войн. У нас никогда не было конфликта, который назвал потом Хантингтон конфликта цивилизаций. Он очень мечтал, Царство ему небесное, он очень мечтал, что и сбылись его предсказания, что 21 век будет веком на конфликта цивилизаций, а цивилизация – это культура, а культура – это религия, и будет веком религиозных войн. Но он в одном ошибся. Он сказал, а начнутся эти войны на Кавказе и в Поволжье. Не начались. А почему не начались? Вот как раз уже мой коллега высказался о том, что у нас существует уникальная модель взаимоотношения между конфессиями, ведущими религиями, их по-разному можно называть. И заложила эту инициативу наши предки, но заложила вот в этой модели это Екатерина II, которая после страшного потрясения царизма от Пугачева и страшного расправы с этой Пугачевой, с пугачевцами и Пугачевым самим. Я вот здесь отреагирую также на коллегу, который играл Суворова без грима, но ведь его вытащили с постели Екатерина и попросила возглавить операцию против Пугачева. Что это значило? А когда сделали анализ, то выяснилось, две силы сделали Пугачева. Ну, еще была сила, видимо, английские деньги через турков, но сделали две силы. Это казачество и Салават Юлаев, как лицо, выражающее мусульманское население, они поддержали, жестоко расправилось царское правительство с этими участниками. Но Екатерина II выпустила указы, которыми установила права мусульман в России, образовала духовное управление мусульман, запретила вмешиваться в дела друг друга жесткими мерами. И мы, благодаря этой модели, по сегодня умеем дружить, умеем согласовывать наши интересы и так далее. Ну, не хочу съедать время, здесь много можно чего рассказать, но даже был момент, когда Совет Европы с этим согласился. В 2006 году у нас здесь была такая конференция, значит, Совета Европы по межкультурному диалогу. Они даже в решении записали, что именно здесь у нас есть уникальная мировая модель межкультурного диалога между двумя ведущими религиями. И, ну, и вообще религиями, и выделила, значит, христианство и, значит, православие и ислам в нашем нашей российской интерпретации. Но сейчас это, конечно, забыто.
сейчас нам, о нас другое пишут, но был и такой исторический факт. Российское государство с момента его образования от Рюрика до сегодняшнего дня никогда не осуществляло насильственной ассимиляции народов, которые оказывались в зоне ее влияния. Ну, оказывались по-разному. Это была и империя, и княжество, и царство, и, значит, и Советский Союз, но никогда этого не было. И народы, которые оказывались, и земли, которые оказывались в зоне ответственности там, российского государства, сохранялись традиции. Государство не вмешивалось во внутренних дел этих народов. Вы смотрите, в летописи, повесть временных лет, есть знаменитая запись, которую все ломают копия, когда там финно-угорские и славянские племена, значит, позвали якобы Рюрика, да? Вот там земля наша обильна, богата, но у нас не хватает порядка, там, я сейчас не хочу это комментировать, но дальше, запятая, а дань нам платят. Что такое дань? Это налог. Это ранняя стадия государства. И там перечисляются народы, которые по сегодня есть у нас в Российской Федерации в числе этих 193 народов. Вепсы, черемисы, нынешние марийцы. Республика есть марийская. Два языка или три языка там даже государственных, да? Мордва упоминается, Республика Мордовия есть. Найдите мне территорию еще, где бы тысячу лет государство в разных ее формах существования сохранило межкультурное разнообразие. Власть, элита инкорпорировались в русскую элиту. Там последняя перепись и первая перепись там царская 97-го года, 897-го года, она, значит, не знала национальности, как мы сейчас говорим. Она знала вероисповедование и сословие, но выделялось дворянство. А в этом дворянстве, если знать вероисповедование и так далее, можно вычислить, что вот наши, ну, нынешние, как бы вот, русская, славянская группа, она составляла 47% элиты. А остальное все составляли. Центральная Азия, Прибалтика, Эстлянды бывшие, финны и так далее. Народ. И, да, 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 конечно. Но это как раз говорит о характере государства, которое существовало. Ну и самые, ну у меня еще есть аргументы. Ну и самое хочу сказать завершающее. Швейцария была бы, если бы не Россия? Не было бы. Финляндия. Финляндия была бы, если бы не Россия? Не было. Ну, если вы нас хотите... Польша. Да, не, Польша, Германия, я могу это продлить, да? Да. Но если вы не хотите нас видеть, хотите нас стереть, но вместе с нами, и, наверное, вас следует тогда, значит, всех стирать. Я помню, недавно была передача Стариков, оппонировал мне, он говорит, а что вы ждете благодарности, ее не будет. Ну, давайте хоть мы сами расскажем о себе то, чем мы можем гордиться, а не будем копаться, извините меня, все вместе в истории, там, какими болезнями болел, значит, Петр I или еще другие наши цари, когда умирали, да? Есть вещи, которые нас возвеличивают, ну, это не значит, что у нас не было трудностей, недостатков. Есть страницы, которыми мы не можем гордиться, но самое свежее – это репрессированные народы и так далее, да, они есть. Но мы умеем быть самокритичными, но мы же делаем выводы. И главное – не те ошибки, которые мы делали, а главное – те выводы, которые позволили нам стать и быть одной из великих держав мира. Вот я хотел пожелать всем нам вместе, чтобы мы были и самокритичны, но ценили свою историю и умели ее защищать, рассказывая о ней то, что является... И я, кстати, вот эти вещи, которые перечислили, я их называю мегатрендами. Есть мегатренды нашей истории, и мы должны
их тоже рассказывать и своему молодому поколению, и за рубежом. Спасибо. Спасибо. Ну, предлагаю на этой оптимистичной ноте пройти кофе-брейк. Это фойе у нас, да? Да, это фойе вот здесь сейчас на выходе. Sit down.